Называется она «Начало очень хорошего летнего дня». Чуть только прокричал петух, Тимофей выскочил из окошка на улицу и напугал всех, кто проходил в это время по улице. Крестьянин Харитон остановился, поднял камень и пустил в Тимофея. Тимофей куда-то исчез. «Вот ловкач!» — закричало человеческое стадо, и некто Зубов разбежался и со всего маху двинулся головой об стену. Свистнула баба с флюсом. Но Комаров сделал этой бабе тепель-тапель. И баба с воем убежала в подворотню. Мимо шел Фитилюшин и посмеивался. К нему подошел Комаров и сказал: «Эй, ты, Сава!» И ударил Фитилюшина по животу. Фитилюшин прислонился к стене и начал икать. Ромашкин плевался сверху из окна, стараясь попасть в Фитилюшина. Тут же невдалеке носатая баба била корытом своего ребенка. А молодая, толстенькая мать терла хорошенькую девочку лицо в кирпичную стенку. Маленькая собачка, сломав тоненькую ножку, валялась на панели. Мальчик ел из плевательницы какую-то гадость. У бакалейного магазина стояла очередь за сахаром. Бабы громко ругались и толкали друг друга кошелками. Крестьянин Харитон, напившись денатуратом, стоял перед бабами с расстегнутыми штанами и произносил нехорошие слова. Таким образом начинался хороший летний день. Thank you.